Криптовалютную биржу планирует открыть правительство независимого государства Антигуа и Барбуда в Карибском море. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет представлен парламенту страны. Ожидается, что биржа объединит покупателей и продавцов, которые будут совершать криптовалютные сделки за определенную плату. Для привлечения виртуальных денег планируется строительство роскошного курорта на пляже Вэлли-Чёрч в Антигуа. Вложить в организацию этого курорта 100 миллионов долларов планирует канадско-антигуанский предприниматель Кальвин Айре, который стал главным советником правительства по вопросам цифровых валют. Оплату за услуги курорта будут принимать в биткоин-кэш.